Яше не надо. Мои хорошие, когда я был еще совсем крохой, я сказал своей бедной любимой маме: «Мамка, я хочу стать матросом». Вы думаете, она засмеялась? Нет. Она как следует побила меня и долго-долго плакала. А потом сказала мне: «Ёнчик, сынуля, запомни, Невроченко на долгие годы флот, и это не для евреев». Так она ошиблась. Она ошиблась, моя бедная, любимая мама. Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море, и с головой, как у целого адмирала, то есть флота, можно кое-что поиметь. Вы читаете мои мысли. Поэтому я хочу поднять этот бокал за человека, который показал, что флот и евреи – это не есть две большие разницы. За вас, Миша. За Эдгизу! Ваше здоровье, Миша!